Также большой выбор силиконовых формочек для запеканий. Тут под печенье, я так понимаю. Такие вот, сколько здесь? 7. 7 у нас формочек. Так, форма для оладий. А, это для оладий. 155 рублей. Здесь форма для выпечки 12 человек. Это уже для печенья. 265 рублей. И еще есть вот такая вот форма тоже на 12 человек. Для печенья. 265 рублей. Завезли вот такие вот интересные подставки. Написано подложку, но здесь вот кухонные такие принадлежности. Кисточка, лопатка. Так вот выглядит. Цена 75 рублей. Еще вот такие вот сидечки появились. 7 сантиметров. Небольшое такое ситечко. Цена 75 рублей. Смотрите, завезли еще вот такая вот клейкая лента. Двухсторонняя. Легко удаляется, не оставляет следов. Многоразовое применение. Прочный моющий материал. Клейка, лента двухсторонняя. Вот можно всякие крючочки вешать, я так понимаю. Коврики, чтоб не ерзали. Фотографии, даже плинтуса. Вот такая, ничего, удобная штука. Цена всего 85 рублей. Размер 1 метр, ширина 3 сантиметра. Также наборы для клеевых пистолетов. Здесь вот указан размер. Цена всего 85 рублей. Вообще цена очень низкая. Так, здесь у нас 5 штук, но они все одинаковые получаются. Все одного размера. 5 штук. Упаковки 85 рублей. Он прям очень дешево. Смотрите, всякие разные контейнеры. Вот, например, Multibox L. 265 рублей. Они идут с крышками прозрачными. И вот с такими удобными ручками. Такой вот кейс. Объем, к сожалению, не указан, но только размер какой-то L. 265 5 рублей. И за 155 коробка с крышкой. Вот такая вот коробочка. С такой вот небольшой крышкой. Ну вот, можно по крышке понять. Объем коробки 7 литров. Здесь хоть написано. Еще вот такие вот контейнер MyBox 1,6 литров. Такие вот тоже с ручечкой. Такие прям стильные контейнеры. 75 рублей всего. 1,6 литров. Также из кухонных приборов появились такие вот половники силиконовые. Также такие же кисточки. Тоже силиконовые. И вот такие вот еще лопатки. Тоже силиконовые. Хорошо гнется. Такие вот приборы кухонные. Цена лопатки 85 рублей, кисточки 75 и половник 85. И еще есть такие вот овощечистилки. Ну, обычные, ничего удивительного в этом нету. Цвета есть разные, цена 75 рублей. Также смотрите, завезли еще вот такие вот складные миски. Вот так вот она выглядит в разложенном виде. Вот так вот в сложенном. Цвета есть разные. 3 в одном написано. Крышка для СВЧ. 3 в одном. Крышка для СВЧ, дуршлаг и корзина для фруктов. Крышка обеспечивает чистоту и внутренней поверхности вашей микроволновой печи. Широкий диаметр крышки подходит для тарелок разного размера. Компактное хранение благодаря складной конструкции. Ну, вот такая вот миска складная, 2,8 литра, объем 105 рублей. Также смотрите, завезли вот такой вот массажер для тела. Размер 108 на 6,5 сантиметров. Вот так вот он работает. Цена 215 рублей. А, ну хотя вот здесь есть еще 155 рублей. Какая цена его, вообще непонятно. Вот это, скорее всего, 155 рублей. А это 215. Вот этот. Тот, что побольше. Еще всякая разная пряжа. Наборы для вязания. Для вязания шарфа. Вот даже есть специальные какие-то нитки. 215 размер. 215 рублей.
А, не объем, ничего такого. А, 100 грамм. 100 грамм. Есть вот за 105 рублей. Пряжа для вязания. Деревенька Троица. Вот такая вот. 105 рублей.